Добрий вечір, шановні телеглядачі. Одна з величезних проблем в нашому місті – це стан фасадів будинків. Через бездіяльність міської влади історичний центр Одеси руйнується та став небезпечний як для туристів, так і для одеситів. Як врятувати історичний центр міста, спробуємо сьогодні розібратися. В гостях у нас керівник міської організації політичної партії «Народний рух України» Михайло Кузаконь та директор громадської організації «Антидискримінаційна конфедерація» Дмитро Вічик. Вітаю вас, шановні гості. Але, як завжди, перед початком нашої бесіди я хочу нагадати телеглядачам, що ми традиційно проводимо інтерактивне опитування, і сьогодні хотілося б дізнатися вашу думку ось з якого питання. Коли комунальні працівники молотками знищують історичні фасади, це означає що? Три варіанти відповіді, як завжди, у нас є. Означає, що Одеса остаточно пішла з молотка. В цьому варіанті дзвоніть за телефоном номер 728-0170. Якщо вважаєте, що це означає, що іншого вибору у мерії взагалі немає, дзвоніть за телефоном номер 728-0171. Якщо обираєте третій варіант, означає, що одно з п'яти труханівських Т – це тупість, дзвоніть за телефоном 728-0172. Крім того, якщо у вас виникнуть питання до наших гостей, телефонуйте до прямого ефіру за телефоном номер 728-7207. Отже, шановні гості, як я сказав, одна, ну, дійсно з величезних проблем в нашому місті – це стан фасадів будинків. Як ви оцінюєте стан фасадів будинків, пам'яток архітектури в історичній частині міста? Ну, я считаю, что оценку состояния фасадов недавно мы все увидели 1 апреля, когда на массовом мероприятии, которое было устроено городом, получил тяжелую травму один из участников этого массового мероприятия, юморины. Он до сих пор в больнице после операции в тяжелом состоянии. Он реагирует на свет, как нам докладывают там люди с мэрии нашей, считают, что это он в хорошем состоянии. И вот, вот это, мне кажется, красочно и четко, да, показывает, в каком состоянии находится город. Є телефонний дзвінок. Михайло, перепрошую, будь ласка, пропоную зараз поспілкуватися з телеглядачами і обов'язково вам поверну слово. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Здравствуйте. Алло? Алло, ви нас чуєте? Будь ласка. Здравствуйте. Так. Здравствуйте. Я хотіла сказати, от сильно багато труханів економить, неізвісно для чого. І на виду все, що потрібно. От посмотрите, да ви знаєте, де все це робиться. Я на моїх глазах чуть трьох індійців не прибила. Зверху з карнізу упала. Вони так испугались. Що-то по-своєму лопочат. Не знали, куди деться, а треба було стояти на остановці, ждали. І ось так от, і всі ми в цьому положенні. Кожен може йти, і вдруг откуда-то кирпич прилетить. Угу. От і все. А що ж треба робити вже чоловіку? Він не хазяїн. Кому-то треба зайнятися всім цим. Угу. Що Труханов не способен. Зрозуміло. Зрозуміла ваша позиція. Ну, до речі, можна об'єднати моє питання і оці факти, оно так і виходить, які ми почули. Спасибо, зрительниця, за вопрос. Смотрите, вот более года назад на Бунина, непосредственно на моих глазах, отвалился большой участок карниза и чуть не попал на голову женщине с ребенком. Девушке с ребенком. Ребенок маленький, девушка маленькая. Вот. И после этого мы провели акцию. Уже прошел год. Акцию, которая называлась «Небезопасный город». Мы в центре города, часть фасадов, ну, по возможности огородили лентой. Вот. И эта акция имела под собой очень простой и прозрачный смысл. Обратить внимание общественности, власти, всех соответствующих структур, в том числе и правоохранителей, что Одесса стала небезопасна реально для жителей и туристов. Тогда даже центральные какие-то каналы показали, ну, в контексте, смысл этой акции, то есть были репортажи и так далее. Прошло больше года. Прошло больше года, причем акция проводилась как раз в то время, когда как раз фасады можно было бы делать, да, то есть перед началом теплого сезона, когда и должно проводить такие работы.
Вот. И, в принципе, что-то где-то подмазали точечно, буквально несколько мест, потому что мы первое время наблюдали за реакцией нашего мэра-хозяйственника. Угу. Вот. Но принципиально проблема не решена, комплексно не решена. Она не решена даже на несколько процентов. То есть мы имеем на сегодняшний день эту проблему, которая уже, скажем так, она носит крайне запущенный характер. Вот. Это те вещи, которые в любой стране, любой менеджер, которому доверено управление городским хозяйством, обязан заниматься из года в год, каждый год. И не должны активисты ходить об этом постоянно говорить, заявлять в течение года. И хуже всего в данной ситуации, что прошел год, и сегодня привлечением к этой проблематике вниманием стал несчастный случай. Это даже несчастный случай, это преступление. Я считаю, что это преступление, как минимум, бездеятельность, халатность. Приведшая к этому. Да, приведшая к тому, что все-таки, значит, кусок карниза в конце-то концов упал на голову человека, и неизвестно, чем это еще закончится, дай бог этому человеку здоровья. То есть я хочу сказать, что та власть, которая у нас сегодня в городе, она не в состоянии комплексно решать те проблемы и не в состоянии вести системную работу в важнейших, я бы сказал, важнейших хозяйственных вопросах города. Это важнейший вопрос. Это вопрос будущего, это вопрос привлекательности туристической, это, в конце концов, вопрос денег для всех одесситов. Потому что от этого зависит мы туристический город. Мы город курортный, туристический, и, конечно же, от внешнего вида нашего города очень много зависит. И зависит благосостояние и всех одесситов. Я хотел бы добавить, что существуют приоритетные вещи. И когда мы сейчас говорим о состоянии фасадов, тут уже выходит на первый, во главу угла идет безопасность именно прохожих. И такими действиями, вернее, бездействиями, ведь у нас как получилось? У нас получилось, если мы не будем брать большой период, как Михаил напомнил с прошлогодней акции, если мы возьмем обрушение на этом же доме Либмана, который произошел 7 марта и чуть не убило одесситку, огромный кусок упал у нее за спиной, и обрушением 1 марта между этими двумя событиями была встреча. С мэром, с вице-мэром, со всеми людьми, кто имеет отношение к строительству в городе, да, и к памятникам архитектуры. И мы этот вопрос поднимали и оговаривали конкретно, говорили про дом Либмана. И не сделано ровным счетом ничего. Это нельзя назвать никаким другим словом, как неадекватность. Потому что если человек не понимает, что он ответственный за безопасность города, это действия неадекватной реальности. И я вам хочу сказать, что самая главная проблема, которая вот она прямо вырисовывается из всего этого, такое ощущение, что в Одессе хотят сорвать летний сезон, курортный сезон, потому что у нас все люди сейчас никуда не едут, пока они не посмотрят в интернете отзывы и так далее и тому подобное. Кто поедет в Одессу, если они увидят, что у нас на голову падает, люди же не едут там отдыхать в больнице, правильно? То есть просто туристов пугают, вместо того, чтобы сделать какие-то действия, а они четкие эти действия. Мы просто говорим какие-то, потому что у руководства города есть выбор. У них есть всегда возможность проконсультироваться со своими европейскими партнерами. Город Одесса не единственный город на планете, в котором памятники архитектуры такого возраста. Свяжитесь с Прагой, свяжитесь с Барселоной, свяжитесь с Парижем, с кем угодно. И они вам расскажут, как нужно делать, чтобы обезопасить людей в первую очередь и дальше делать свое дело. Реставрацию. Як треба робити, чуть пізніше. Зараз є телефонний дзвінок від наших телеглядачів. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми слухаємо добрий вас. Добрий вечір, Олександр, уважаемые гості. Я пенсіонерка, мені 72 года. Ви знаєте, я постійно смотрю круг, я його обожаю і я за нього дуже болею. За всіх. Дякую. А зараз я хочу сказати, ви знаєте, не знаю, как это объяснить, что у нас валятся не только фасады, балконы, у нас скоро будут дома валиться. Я даже не представляю, когда мы избавимся от этой трухи. Неужели нам никто не может помочь? А сегодня я еще слушала передачу, шел друг Труханов своим Голубовым и сильно улыбались, а
какой-то там, не знаю кто, всего, видно, компании подходил к их бабусям, как они расхваливали, как они сказали, что только из-за Голубова и Туханова город держится, что у нас так все хорошо. Я себе подумала, люди, вы что, вообще не понимаете? Вы вообще с какого, я не знаю, какие у нас все-таки продажные, какие у нас люди, не кор... душа болит, не знаю, как это вот. Я вообще это не переношу равнодушно. У меня все время болит душа. Извините. Спасибо дякую, за внимание. Дякую за вашу позицію. І от ось таких би більш було одеситів. Ну тут що? Тут можна прокоментувати тільки в тому ключі, що одеситам треба, якщо вони хочуть бачити свій город дійсно сучасним, прекрасним городом будущего, не знаю, чтобы он, наш город развивался и работал на благо всех одесситов, действительно, то есть служил верой и правдой, историей своей, своими памятниками архитектуры, своим климатом, морем. Надо об этом городе заботиться, надо проявлять свою гражданскую позицию, в конце-то концов. И несмотря на то, что большинство телеканалов абсолютно принадлежит или связано с Геннадием Тухановым, с этой властью, и они докладывают постоянно о бравируя какие-то бравады сплошные о том, что как все хорошо, просто выйдите, посмотрите вокруг, я призываю одесситов, посмотрите на дома, на наши прекрасные здания, памятники архитектуры, что с ними происходит. Понимаете, ведь проблема лежит все-таки глубже, проблема лежит в невероятной коррупционной жадности этих людей. Дело в том, что все тендеры, которые разыгрываются, ведь город пухнет от денег. Мы же знаем, что бюджет увеличился в 3 раза, да, за счет децентрализации. Да. У нас бюджет там уже порядка 11 миллиардов гривен. Это серьезные деньги для города. И другие города даже за прошлый год после децентрализации реально подтянули свою хозяйственную часть. Довольно, вы поедете, не знаю, даже в тот же Харьков, во Львов, вы увидите, что разница есть, она бросается сразу в глаза. То здесь эти ребята, этот криминально-олигархический клан, которого представляет Труханов юридически, они что делают? Они все тендеры вытягивают на себя. То есть вот это коррупционная жадность, я называю. Не просто коррупция, а еще и коррупционная жадность. Они вытягивают все тендеры на свои родственные компании и даже не в состоянии справиться с теми работами, которые они на себя берут по касательно инфраструктуры, касательно хозяйственной части города, касательно обслуживания города и так далее. Мы это постоянно видим. Если мы обратим внимание на какие-то работы или кто-то задастся с вопросом, начнет изучать любой из вопросов, за которые они взялись, которыми они опять-таки потом, как правило, бравируют, очень низкое качество выполнения работ и всегда завалены сроки в несколько раз. Почему? Потому что жадность, коррупционная жадность. Вот вцепились в эти деньги, в бюджет, и все. И значит, обязательно нужно с каждой гривны с местного бюджета украсть. Что и происходит. И мы видим непрофессиональное где-то исполнение работ. Где-то мы видим, ну, обязательно это заваленные сроки в 2 раза, сразу говорю. Пока они не найдут исполнителя своего понятного по фасадам, то есть есть Руслан Тарпан, который в свое время занимался фасадами в Одессе, да, это отдельная история, но есть сегодня конфликт, да, который там долгоиграющий между представителями власти и Тарпаном, как тоже представителем, скажем так, бизнеса, связанного в свое время с властью, да. У них есть конфликт, который конфликт интересов каких-то, да, и раньше занимался как-то Тарпан этими работами. У него была специализированная компания, которая этим занималась. Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо. У этих своей компании мощно нет с мощностями. И вот пока они не найдут контролируемую, понятную компанию, которая будет им родственная или которая им будет давать большие откаты, мы нормальных работ не увидим никогда, я вам говорю. Вот там причина вот такой глубокой коррупционной жадности. Зрозуміло. Є телефонне питання ще. Будь ласка, мы вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Это с вами разговаривает поселок Котовского. Да, уже приятно. Которые сильно говорят, что тут за Труханова, за Голубева. Ну, так мы... кажут. Да, и есть люди, которые, но уже люди просыпаются и видят, кто на что способен. Что я хочу вам сказать? Я живу на Затонского. У нас дорожка была одна единственная, что можно было пройти и не видеть этих мафов. Теперь у нас эта дорожка, одна и вторая, застраиваются этими мафами до самой школы, до 40-й школы и до 49-й школы, туда, как Жорю Кюре, вниз.
Теперь у нас тут был, это вот Таврия стояла, магазин такой. Теперь даже Таврия украла немножко, украла дорожку, построила ресторан. Там был пристроенный ресторан, но было мало, и он расширился. И забрали эту дорожку. Господи, если они говорят, что это их район, почему они до такой степени застраивают этот поселок Котовского, что уже негде пройти? На Бочарова уже эти будки пошли вниз к Жорю-Кюри, то, что было в Днепропетровской дороге, теперь пошли будки к Жорю-Кюри. До каких пор это будет такое? Ну как с ними уже на конце концов бороться? Я не знаю, что уже и говорить. Дякую за питання. Дуже складно, я думаю, боротися. Але, як ви вважаєте, чому при декларуванні, що боротьба така йде з мафами, мафів все більш і більш становиться, от, до речі, на поселке Котовського? Как Михаил ответил, то есть это коррупционная жадность. То есть если стоит вопрос благоустройства территории, либо на этом же месте поставить МАФ, естественно, там будет стоять МАФ. Причем любому человеку, который даже не специалист в этой ситуации, он понимает, что эти МАФы, которые зачастую торгуют какими-то продуктами уже готового питания, да, там нету ни канализации, там нету ни водопровода, то есть это антисанитария. То есть там нарушения, это понятно любому. Плюс эти валютчики, которые стоят тут же рядом, которые тоже у нас незаконно. То есть ты смотришь на эту ситуацию и понимаешь, что в городе власти нет. Понимаете? Плюс это никакого в плане доступности, то есть людям не пройти, не проехать и так далее. То есть оно нарушение на нарушение, нарушением погоняет. Поэтому... Ну, как с этим бороться? Вот главное питание, которое ставят наши телевизоры. Проявлять свою гражданскую позицию. Обращайте внимание, когда... активисты, активные граждане проводят какие-то акции, которые служат для привлечения внимания к той или иной проблеме. Приходите на них, выражайте свою гражданскую, не будьте, то есть не нужно мириться с тем, что происходит в городе, ни в коем случае. Надо выходить, выражать свою гражданскую позицию, ходить в суды и так далее. Кроме этого, конечно же, надо обращаться в правоохранительные органы. Но я, к сожалению, вынужден констатировать, что у нас правоохранительная система в Одессе, как минимум, парализована полностью и бесполезна. Есть структуры антикоррупционные, НАБУ. Мы, например, в установленном законом порядке обращаемся в НАБУ и видим реакцию. Конечно же, сложно довести до конца эти дела, потому что суды остаются и вертикально, и горизонтально администрируются тоже коррумпированными невероятно и административно зависимыми. Вот. Но я думаю, что только под давлением гражданского общества качество власти у нас поменяется. По-другому никак. Те воры, которые сегодня захватили власть, у нас в стране, они добровольно или потому, что мы просто будем где-то там изредка об этом говорить, не откажутся от этого грабежа никогда в жизни. Поэтому надо давить надо. Общество должно давить. Про якість робіт по ремонту чи реставрації фасадів. Ви казали, що якість залишає бажати кращого. І Дмитро казав, що треба спитатися у професіоналів у Європі, там, в якихось странах, де вже це робили і не раз. І як це робиться якісно? Ну, до речі, справедливості заради треба сказати, що деякі фасади в Одесі ремонтують теж. І, так би мовити, пощастило дому Папудова. Але і в цьому випадку не обійшлося без конфузу. Пропоную подивитися сюжет, і зараз всі все зрозуміють, про що йдеться. Будь ласка. Знаменитый дом Папудова, одесская достопримечательность, был построен в 40-е годы 19-го столетия. В середине века известнейшие архитекторы того времени занялись его перестройкой. Маранди, Бафо, Ренгерс перестроили его жилой дом. Кроме того, здание известно тем, что именно здесь жила и скончалась от испанки знаменитая актриса Вера Холодная. Ну, пожалуй, теперь этот дом станет известен еще и своим потрясающим ремонтом. Вернее, отремонтирована в доме всего одна из фасадных стен. Но замечательно, что отремонтированная стена выглядит даже, пожалуй, хуже стены оригинала. То есть там, где отродясь ничего не ремонтировали. Одна сторона покрашена, планировали три стороны, но хватило денег, только сказали одна
сторона, которая от собора, и то очень быстро покрасили, которая краска уже начала сходить с этого дома вместе с дождем. Торцевая часть вся пошла, поднялась. И там даже уже облупилось. Вот и пожалуйста, вот идите снимайте в ту сторону. Все. А с чем это связано? С хорошей, некачественной работой, быстрой, которую сделали за 2 недели перед Новым годом. Это что же за такая халтура, спросите вы? Как вообще можно так работать и можно ли это назвать работой вообще? Потому что это все что угодно, только некачественный ремонт. И ведь что любопытно, на всю эту прелесть было выделено и самое главное успешно потрачено 800 тысяч гривен, то есть почти миллион, которых хватило всего на одну стену. И, как показала практика, и то ненадолго. Стена не простояла и половины года. Столько времени ушло на то, чтобы доказать, что необходима реставрация данного дома. И в прошлом году было принято решение и выделены деньги на вот один из фасадов, хотя их там 6, дом большой по кругу. И вот ровно прошло 6 месяцев, я сегодня специально посчитала, сколько же времени прошло с того момента, как закончили реконструкцию. И мы видим, что... Ну, уже обваливаются карнизы, облущилась краска. И я не понимаю, вот, ну, понятно, что есть технологии, есть какой-то процесс, но я не понимаю, как можно сделать так, чтобы после 6 месяцев эксплуатации вот оно превратилось в такое состояние. И еще из примечательного. Ремонтными работами здесь занималась та же фирма, которая нам так удачно отремонтировала Потемкинскую лестницу. Если им не удалось качественно покрасить стену и обновить лепнину, то можно только представить, чем аукнется ремонт такого качества самой знаменитой лестницы в Украине. Тендер-то выиграла компания, которая заявляет о том, что у них колоссальный опыт. И хотелось бы услышать, а что это? То есть если работы выполнены, должна же быть какая-то гарантия на эти работы. Ну что ж, какие работы, такие и гарантии. Буквально накануне социальные сети потрясло видео, как одесские коммунальщики взялись за дом Либмана. Гражданин в люльке просто отбивал лепнину и архитектурные украшения. И не просто отбивал. Коммунальщики швыряли их вниз, разбивая вдребезги. Ручки бы им отбить за такое сохранение памятников архитектуры. Впрочем, если городской голова нанимает исполнителей, у которых эти руки растут чуть ниже талии, способных только разрушать и портить, то, скорее всего, главная разруха у нас все-таки в голове. Ну, ось, як вам така реставрація пам'яток архітектури? Ну, ваші то, коментарі. Що стосується качества робіт, в принципі, як і всіх робіт, які у нас в місті, я би поставив крайне низьку оцінку. Це, опять-таки, зв'язано з жадністю, корупційною жадністю. Тобто, вони хочуть украсти максимально багато грошей із бюджетних грошей громади. І за счет цього, в итоге, ми отримуємо крайне некваліфіковану робочу силу, потому что она, естественно, дешевле. Мы получаем экономию на материалах, которые применяются зачастую. Это тоже, ну, той же плитке можно проверить, там, до смешного, да. И я думаю, что в каждой ситуации, как правило, когда начинают разбираться журналисты, эксперты, общественники, активисты, там всегда торчат совершенно, ну, невооруженным глазом даже можно определить, что цены завышены и так далее. Поэтому ничего удивительного, то есть нельзя, как говорят, дешево рыбка, погано юшка. Вот. Хотя денег мы на это все тратится, ну, и так, в казне достаточно. Да. Поэтому тут опять-таки все это надо сводить к правонарушениям, к коррупционным преступлениям на самом деле. И те люди, которые это все делают, они рано или поздно должны за это ответить перед всеми одесситами, перед миллионным городом. Потому что мы позоримся, на самом деле, на всю Украину. Я считаю, что у нас не меньше, а гораздо лучше и привлекательнее гипотетические ситуации, чем у того же Львова. Но почему-то сейчас одесситы очень часто ездят во Львов, как на экскурсию. Это уже многие знают, и многие туда ездят. Потому что там все-таки город выглядит привлекательнее, он более европейский. И все соответственно. К сожалению, на сегодняшний день именно так. Ну, на жаль, это точно. Даже те люди, которые поддерживают мэра, да, и говорят о том, что он там хоть что-то делает или много делает,
Я вот не знаю ни одного объекта, который был бы сделан при нем, и к нему бы не было вопросов. Потемкинская лестница – нет. Старосиная площадь – зафиксированное нарушение. Стамбульский сквер – зафиксированное нарушение, обещают исправить. И все это нарушение украинских законов, украинских норм. Все новострои, возле них ни пройти, ни проехать, потому что, опять же, с нарушениями, без учета реальной ситуации. По совковым меркам, нормам, где на 1000 квартир возможность для проездных дорог 30 машин предусмотрено. Вот. И вот этот сюжет, который про там, где человек сбивает лепку, кстати, он до сих пор неизвестный человек, это тоже очень красочно показывает вот, уровень наших работников. Профессионализм. Человек работает, тут я уже точно могу сказать, потому что я сам организовываю работу, несу ответственность за жизнь и здоровье людей. Человек работает на высоте. У него здесь, на этом сюжете, у него отсутствует спасательный пояс страховочный, у него отсутствует каска, у него отсутствуют перчатки, у него отсутствуют очки, не такие для зрения. Безопасности всего то есть можно. Это в центре города, среди бела дня. Меня бы выгнали бы с работы за такое. Тут, пожалуйста, проходит. И вот этот сюжет, который разошелся и вызвал колоссальное возмущение у всех горожан. Просто у всех. Кто за Труханова, кто против, потому что это вандализм. Причем сам муниципальное управление по вопросам охраны объектов культурного наследия сделало заключение, что вот это действо – это незаконное разрушение лепного декора на фасаде дома Либмана. Но обвинили в этом компанию «Ренессанс», которая принадлежит Терпану. На самом деле, и этому есть видеодоказательства, делались эти работы с помощью техники, которая принадлежит горзелентресту, и на месте проведения работ был замечен работник ЖКС Протофранковский Анатолий Неруш. То есть они вместо того, чтобы заботиться о реальном состоянии фасадов и что-то делать после того, как человек получил тяжелую травму, они воспользуются этой ситуацией, чтобы решать свои конфликты с Тарпаном. Да? И они сделали этот акт вандализма и теперь пытаются воспользоваться им для того, чтобы свести счеты с Тарпаном, настроить против него людей. То есть это факт. Вот моральная составляющая. Банальная, низкая, циничная ложь, да. Ложь на самом деле. Вот что это такое. Я бы вот это именно так охарактеризовал. То есть когда стало понятно, что это резонансно, и что действительно это акт вандализма, это очевидно для любого здравомыслящего человека, может быть для власти, для нашей, не очевидно, да, но любому здравомыслящему человеку, одесситу, не знаю, гражданину Украины, да вообще любому цивилизованному человеку, это очевидно, что это самый настоящий вандализм. Они начали врать и вот такую вот глупую версию про то, что это, значит, частная компания. Хотя на самом деле это представители коммунального хозяйства города. И Лилия Васильевна в сюжете, она пытается сгладить углы, ну, как и должно, да, депутату. Но тут вещи нужно называть просто своими именами. Это воровство, это непрофессионализм. Потому что, извините меня, полгода не простоял ремонт. Кому-то, да, такой ремонт нужен. Это waste money называется. Деньги, ну, деньги на ветер. Дело в том, что это наши деньги. Ответственность за наши деньги несет именно власть. Мы просто доверили этим людям заниматься хозяйственной частью, управлять нашими ресурсами во благо города. Они вместо этого пытаются максимально обогатиться. И на выходе мы видим результаты, вот такие вот, которые заканчиваются заметанием каких-то быстрых следов, актами вандализма и так далее. Ось тому дуже турбує таке управління нашими коштами. Нещодавно стало відомо, що мерія все ж таки вирішила профінансувати ремонт 88 фасадів будинків в історичній частині міста. На це виділяються дуже такі великі кошти. Про це повідомив директор департаменту міського господарства Олександр Козловський. Як ви вважаєте, якщо вже почули вас і почули інших, да, і кошти виділяються, і я хочу ухвалене сразу рішення. Чи не вийде так, як з домом, який ми бачили? Я хочу зразу упредити і дати підсказку, що якщо вони будуть реставрувати как бы ліпнину і фасад, і не зроблять крыши на цих домах, в принципе, плохое состояние крыш, водостоков, водоотведения и так далее, оно в первую очередь служит одним из основных факторов, то, что разрушаются карнизы, лепнина, все это летит, температура, физика, зима, влага, дожди,
Вот. Если они по своей, не знаю, уже ставшей, ну, как для меня, ставшей постоянной такой дуростью, что ли, будут делать фасады и при этом не сделают водоотведение соответствующее, то есть не сделают, не сделают водостоки и так далее, чтобы отвести эту воду от этой лепнины, и в принципе, чтобы фасады гораздо лучше сохранялись, то я думаю, что это потянет еще на одно хорошее коррупционное, как минимум на какую-то коррупционную дурость. Вот так вот. Там на самом деле там не может идти речь о нормальном ремонте. Почему? Потому что там небольшие деньги, там по 200 тысяч гривен на дом. То есть это называют они противоаварийные работы. Да? То есть мы не знаем, что это включено в эти работы. То есть если это просто вот навременно, да, пока не начнется нормальная реставрация, обезопасить прохожих, да, то этих денег достаточно с головой. На нормальный ремонт фасада с сохранением его вида 200 тысяч на дом. Причем там почему-то все дома на двух улицах. То есть я не знаю, там, с кем обсуждалось, почему именно так это сделано. В любом случае, это лучше, чем ничего, да, как бы хорошо. Но теперь вот интересно понять, что именно имеется в виду, когда говорится противоаварийные работы, ну, и проследить за их исполнением. Ну, це так, дуже цікаво. Есть интерактивная карта, дело в том, что которую создали активисты, одесситы просто добавляли туда здание, она с фотографиями и так далее. И представителям власти прекрасно об этой карте известно. Там нанесены в центре, в центральной части города, в исторической, все абсолютно дома с фотодоказательствами, да, которые требуют соответствующего ремонта. Вот. И поэтому активисты, не знаю, сами одесситы уже пишут и дают подсказки этой власти, что нужно сделать. Но неспособность нормально реагировать, да? Реагировать и работать, неспособность самой системы, которая у нас сегодня во власти существует в Одессе, реагировать и, соответственно, делать качественный ремонт, качественные какие-то проводить мероприятия. Вот мы имеем то, что пострадал человек, дай Бог ему здоровья, но це так, это ужасно. Так. Не можу не відволіктися від головної теми нашої розмови, від фасадів, бо є ще одна тема, дуже важлива, на мій погляд, яка турбує багато одеситів. Справа в тому, що сьогодні стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України оприлюднило фрагменти розсекречених матеріалів, негласних слідчих дій щодо керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. І частина так би званих плівок Ситника, як вже ці матеріали окрестили представники ЗМІ, стосується справи Краяну. Ну, гучної справи, всім відомо і таке інше. Та фігурантів цієї справи, зокрема, мера Одеси Геннадія Труханова. Як ви прокоментуєте ці матеріали, які сьогодні оприлюднили? Смотрите, діло в тому, що ми обращались по цілому ряду коррупционных, с нашей точки зрения, преступлений нашей власти Одесской, тоже НАБУ. Вот. Надо понимать, что такое НАБУ. НАБУ – это оперативно-следчий орган, который проводит определенные мероприятия, нарабатывает доказательную базу. И после этого, тем не менее, санкции дает на определенные действия прокуратура. В данном случае это антикоррупционная прокуратура, которую возглавляет Холодницкий. Так вот, мы когда подавали все наши материалы, а это они, как правило, на базе журналистских расследований, на базе тех фактов, которые мы излагали, которые нам стали известны, мы наблюдали за ходом всех этих дел. И нам в определенный момент, ну, лично мне, я за себя буду говорить, стало совершенно очевидно, что эта система хромает как раз в части обвинения, в части обвинения. То есть прокуратура, антикоррупционная прокуратура, она готовит и служит в виде, то есть, точнее, формирует обвинение, и на суде, собственно говоря, она обвиняет подозреваемого в определенных преступлениях. С судами у меня вопросов нет, все понятно, они у нас прогнили от и до. Это, наверное, одна из самых гнилых ветвей власти у нас. Да? Вот. На НАБУ я все-таки возлагаю определенные надежды. Это, как знаете, для меня, не знаю,
Мне хочется все-таки надеяться, что они сейчас, после всех этих событий, после этого скандала, все-таки должны будут реабилитироваться. И лучшей реабилитации для них, для Ситника. Холодницкий, кстати, я считаю, что он уже, как говорят у нас, боец, который сбитый летчик. Да, как сбитый летчик, да, после этого скандала. Безусловно, это скандал, и не должен таким образом вести себя такой высокий чиновник, на которого возлагаются такие серьезные надежды. Причем возлагают западные партнеры, не знаю, граждане Украины, которым не безразлично, которые борются с коррупцией в нашей стране, которые хотят жить в другом мире, в цивилизованном. Это, конечно, дискредитация полная, и я думаю, что он должен понести ответственность за... Даже за такие вот разговоры, как минимум, он должен быть уволен. Я думаю, что этот вопрос принципиально решен. Я хочу все-таки закончить свою мысль тем, что теперь задача НАБУ – реабилитироваться. И мне бы хотелось, чтобы то громкое дело, которое, как мы сейчас уже понимаем, где-то слито, в том числе и при участии того же Холодницкого, ну, это моя точка зрения, вот, по Труханову, я имею в виду, я хочу, чтобы... И это было реанимировано, и чтобы те эпизоды другие, которые есть по этой власти, коррупционные, по нашей одесской власти, их там достаточно. 5-6 эпизодов там есть. Я хочу, чтобы они были доведены до логического завершения, и чтобы те люди, которые грабят нашу громаду, одесскую громаду, всех одесситов, миллионный город, я хочу, чтобы они понесли соответствующее наказание. Украина начинается с Одессы, мы когда-то говорили. И вот в этом смысле. Я хочу, чтобы Одесса была таким образцово-показательным в смысле борьбы с коррупцией. Потому что Одесса сегодня очень токсичный в коррупционном смысле город для всей Украины и даже для западных партнеров. За этим пристально наблюдают и западные спецслужбы, и те структуры наших партнеров, которые дают деньги, которые вливают деньги на разных основах, но помогают Украине финансово. Конечно, это они за этим всем следят, и нам надо сделать выводы, и те, кто участвует в коррупционных преступлениях против нашего народа, они повинні бути покарані. Я хочу короткую реплику по поводу, что на пленках простая информация, потому что люди, некоторые, которые не в курсе, не могут неправильно понять. Там было сказано четко про якобы про украинскую позицию Трухановой, что он здесь держит в Одессе украинский ветер. Это вообще не имеет никакого основания так полагать. Холодницкий, видимо, не в курсе, либо ему кто-то что-то неправильно рассказал. У нас, кроме тех событий, которые происходили непосредственно в 2013-2014 году, у нас самая страшная угроза была в 2015 году. Это московские проекты Портофранко и Народная Рада Бессарабии, которые пытались реализовать здесь, именно в Одессе и на Одессе. И Труханов мало того, что ничего не делал публично, не выражал никакую позицию и никак не помогал в уничтожении этих проектов, он еще и до сих пор никак не высказал своего отношения к этому, потому что в основном тогда заботились этой ситуацией сотрудники службы безопасности, СБУ, да? И даже тот же губернатор Саакашвили не придал этому значения. Потом уже в конце 15 года, 16 года про это не говорил только ленивый. И даже вплоть до Верховной Рады Украины. Но весь 15 год активисты тогда были один на один с этой проблемой и с помощью сотрудников СБУ. Да? Не особо ГУНП этим не интересовалось, потому что все это как-то не придавали этому значения. Хотя это реально были серьезные такие вещи. Я вообще не понимаю, как можно таким образом... государственный чиновник такого уровня, которому доверены важнейшие в эволюции Украины, доверены важнейший, скажем так, сегмент, как он может вообще такие вещи говорить. Вот эта запись, это просто какой-то тоже, это сюр какой-то, вы понимаете? То есть закон, и в соответствии с законодательством тот же Холодницкий должен действовать четко в соответствии с существующим законодательством и с теми материалами, которые были поданы, с той информацией и доказательствами, которые были поданы НАБУ в антикоррупционную прокуратуру. Он должен был, исходя из них, делать четкие выводы и, соответственно, этим готовить обвинения, а не потому, что там кто-то как-то, кто-то там контролирует город. Что это за феодализм такой? У него что, в голове феодализм тоже сидит? Я не знаю, средневековье какое-то. Нельзя за... Это манипуляция
она существует давно, что Труханов гарантирует, значит, центральной власти, что он контролирует Одессу. Ерунда это все, это ложь. Из-за этой манипуляции как раз скрывают коррупционные взаимоотношения. Вот в чем все дело скрывается. И когда Холодницкий вот в этой записи разговора, вот там речь идет об этом, что вот вроде, значит, Труханов контролирует, это манипуляция от власти центральной, я подчеркиваю. Mm-hmm. Потому что они за этой фразой, которая за собой не имеет ничего, никакой реальной основы, да, они прячут свои коррупционные взаимоотношения. И это чистая манипуляция. И здесь, я думаю, что Холодницкий не настолько глупый. Они все там ребята с головой. Там дураков туда в такие структуры не берут, потому что западные партнеры наши, у которых есть определенные оценочные стандарты, оценивают возможности человека. Когда он такие вещи говорит, я более чем уверен, что это опять-таки это манипуляция. Они оправдывают то, что закрывают глаза на определенные преступления какой-то политической доцільністю. Это вранье. Это ложь. Зрозуміло. Дякую, шановні гості, за цікаву бесіду, за такі роз'яснення. Побачимо. Час покаже, як далі ситуація буде все розвиватися. Все буде добре. Україна. Це так. Дякую. На все добре. Що, шановні телеглядачі, наша програма надійшла кінця. Мені залишається, як завжди, підбити підсумки інтерактиву. Сьогодні ми питали у вас, коли комунальні працівники молотками знищують історичні факти, це означає, що три варіанти. 43% телеглядачів вважають, що це означає, що Одеса остаточно пішла з молотка. 13% обрали другий варіант, означає, що іншого вибору у мерії взагалі немає. І 44% телеглядачів обрали третій варіант, означає, що одно з п'яти труханівських «Т» – це тупість. Дякую вам за голосування та за ваші телефонні дзвінки і питання. Наша програма надійшла кінця. На все добре. До зустрічі.